Всем привет, мои дорогие друзья. У нас сегодня был огромный дождь. Не дождь, а ветер. И дерево упало на машину прямо. В общем, вообще ужасное зрелище. Тут же наша машина в аварию попала. И тут же это дерево и упало. Прям место какое-то такое неудачное. И все ветки теперь приходится отпиливать. Но сейчас она придет. Вот. Вот такая вот фигня. Все тут уперлось в стекло прям. Вообще ужасно, короче, все это надо пилить теперь. Нет, я пробовала, оно не сломается. Оно сырое. Вот так вот. Пипец. Потом будет. Все.